Что ж, здорово, друзья, всем привет. Зрителям, подписчикам, все, кто сейчас смотрит меня. Сегодня, в общем, 31 декабря. Последний день в этом 2017 году. И по традиции нужно снять видео об итогах года. То есть, что я добился на своем YouTube-канале. Поздравляю, во-первых, всех с Новым годом. Всего хорошего вам желаю. Вот, те, кто смотрит меня, смотрите дальше, потому что будет интереснее. Смотрите, какая сейчас у нас тут плохая погода. Минус 4 градуса температура. Достаточно так себе погода, но Новый год все равно чувствуется. За 2017 год я добился 196 подписчиков. Сейчас посмотрю точно. 196 подписчиков и 81 тысяча просмотров. Это неплохо, это нормально, я даже скажу. Если учитывать, что я почти мало очень снимаю, потому что нет на это времени. То есть на это вообще очень мало бывает времени что-то снять, потому что нету ни материала, ничего там. Поэтому очень редко что-то снимаю. Со следующего года я, конечно, не обещаю, что я буду чаще снимать, потому что не всегда есть вдохновение снимать что-то, нет материала, и поэтому так вот получается. За 2017 год я побывал во многих городах летом и поснимал об этом видео, и это набрало достаточно, сколько там, не помню сколько просмотров, но достаточно много набрало просмотров для меня. Вот, и до сих пор они крутятся, эти видео. Потом я также снимал видео о телефоне, и там тоже набрало около 30 тысяч просмотров. Это тоже неплохо, и поэтому я продолжаю снимать об этом, обо всем видео, и надеюсь, что когда-нибудь мой канал наберет побольше подписчиков и просмотров. Ну, в общем, всех поздравляю с наступающим Новым годом, или уже с наступившим, когда вы уже смотрите, я не знаю. В общем, оставайтесь на моем канале, если вы мой подписчик. Если вы новый зритель, обязательно подписывайтесь. Всем пока, это последнее видео в этом году на моем канале, как я уже говорил. Что, всем пока, давайте встретимся уже, наверное, в новом году, в 2018. В общем, всем пока, давайте.